Когда ребята ко мне обращаются с данным вопросом, в первую очередь я рассказываю о продукте, я рассказываю о том, что такое курс Handcraft, кто конкретно преподаватели. Я всегда ребят призываю анализировать на рынке школ и смотреть, из чего складывается та или иная стоимость. Потому что есть школы, которые просто назначают цену, есть школы, которые назначают цену на основании чего-то. Прежде чем ответить на вопрос, а сколько же стоит курс Handcraft Master, я расскажу, наверное, вообще в принципе об этом продукте и о том, что же это такое и самое главное, из чего он складывается и кто преподает на данном курсе. Я всегда рекомендую при выборе школы анализировать, то есть анализировать и кто преподает, и чему учат, и как работают. То есть очень много факторов, на которые нужно обращать внимание. Один из важнейших факторов – это преподавательский состав. Если привести в пример и назвать несколько имен, Наталья Матвеева, Академия Долорес, ведущий специалист Академии Долорес по стилю. Это Петр Иванчук, мастер международного класса, он у нас преподает бритье, он является судьей на чемпионатах Невских берега с Эстонии. Он многократный чемпион различных конкурсов, чемпионатов Европы, призер чемпионата мира, то есть огромное количество регалий. Андрей Живаев – это тренер по HR-тату. Он является амбассадором компании «Вол». Если говорить за нашу творческую составляющую, это рисунок и лепка, компания «Мэскрафт» – это те ребята, которые работают с топовыми артистами. Это DJ Smash, Вера Брежнева и куча разных еще артистов, то есть не будем сейчас их перечислять. Евгения Бела – это ведущий графист города Сочи, именно по графике, то есть в нашей команде настоящие профессионалы своего дела. И любой сегмент, который заложен в курс Handcraft Master, преподают конкретно личности. Когда вы сравниваете стоимость одного курса со стоимостью с другим курсом, этот фактор очень часто забывается и рассматривается просто порядок цен. И вот тут, наверное, можно сказать, что, блин, скупой платит дважды. Это действительно очень часто бывает. Это уже просто сложившаяся, наверное, ситуация, когда ребята приходят и говорят, лучше бы мы сразу приехали сюда, а все равно съездили туда, поняли, что не так и так далее. Так, наверное, многие могут говорить, многие школы могут так говорить. Поэтому обязательно, думайте о том, кто преподает, то есть ученик ли там преподает, либо сам создатель. Вы можете приехать в академию большого имени, а столкнуться с тем, что это большое имя будет с вами всего лишь там пару дней, а все остальное время будут совершенно другие люди. Б. Вы обязательно должны связаться и каким-то образом найти фидбэк от тех, кто проходил обучение. Потому что мы можем говорить все, что угодно. Можем говорить, какие мы классные, какие крутые, идите к нам, и мы самые лучшие. То есть и так будет говорить каждый. Ищите видеокомментарии, ищите конкретные контакты с живыми людьми, созванивайтесь с ними и спрашивайте, как прошел курс, что было хорошо, что было плохо. И если подходить к вопросу о стоимости, я не могу конкретно назвать стоимость, это все нужно узнавать по нашим телефонам. Он единый номер, на него отвечаю я лично, это 8-918-204-95-44. Отвечаю лично сам, потому что очень часто бывает так, что нужно помочь, нужно подсказать, нужно направить. Человек совсем с нуля, ему нужно дать какую-то базу. То есть много различных вопросов, где нужно принять личное участие. Если вернуться именно к вопросу цены, я не могу назвать сейчас стоимость, потому что стоимость, она всегда может колебаться в связи с рынком. Стоимость курса у нас всегда зависит от расходного материала, это манекены, это тетради, это типографии, то есть различные расходные материалы и косметические средства. И точно так же это зарплата и гонорар этих тренеров, потому что все, кто хоть чуть-чуть маломальски был связан с организацией мастер-классов, это фактически все то же самое. Одно могу сказать, чтобы вы понимали, что если вы захотите поехать к каждому из этих тренеров, пройти отдельные мастер-классы конкретно по стилистике, конкретно по бритью, конкретно там по хэйр-тату, по мужским стрижкам или другой любой дисциплине, у вас получится в разы дороже с дорогой, проживаниями, с затратой времени. Один интересный случай был на курсе Handcraft Master. Я чуть-чуть краем уха услышал о том, как ребята сидели и считали. Я поинтересовался, говорю, ребята, а что вы делаете, что вы считаете? И они говорят, вы знаете, а мы просто решили посчитать стоимость курса, если бы мы учились, допустим, в другом месте. И взяли за пример, там, всем известную, наверное, академию, не буду называть ее имя, но месяц обучения там стоит порядка 90 тысяч рублей. И
просмотрев, это тоже мужская академия, и просмотрев порядок того, кто преподает, как личности, да, кто преподает на том курсе, кто преподает здесь, ребята говорят, во-первых, по стоимости получается здесь даже дешевле, потому что это 2,5 месяца, а во-вторых, преподавательский состав, который преподает у нас, это конкретные личности. Это мастера международного класса. Мы собрали это все в одной команде, мы собрали это все в одном предложении, сформировали обучение таким образом, чтобы вы были настоящими профессионалами мужских стрижек, академиками мужских стрижек.